Картой можно расплачиваться в российских магазинах, когда ходишь за продуктами, например. Но вот в интернет-магазинах начинаются проблемы. Там у многих просто нет карт МИР как средства платежа. Ян рассказывает о своем опыте использования отечественной платежной системы. Карту МИР он получил, когда во время пандемии, как и многие, потерял работу и получал на нее пособие по безработице. На первый взгляд, рассказывает Ян, карта ничем не отличалась от остальных. Однако позже выяснилось, что российская карта не работает со многими современными сервисами, в том числе бесконтактной оплаты через телефон, а некоторые отечественные и зарубежные интернет-магазины наотрез отказываются принимать ее к оплате. Поначалу, когда мне только-только выдали МИР, у меня еще была виза, сберовская тоже. Я с непривычки переводил сначала с мира на визу, но потом у меня действие визы закончилось, и как-то я поленился ее продлять, открывать новую карту, начал пользоваться миром, ну и оказалось, что это немножко неудобнее, чем обычная карта, но в целом можно и потерпеть. Если я захочу поехать за рубеж, мне придется брать какую-то новую карту, потому что мир там не сработает. Если о поездках за рубеж говорить не придется еще долго из-за коронавируса, то почему карта не работает с отечественными интернет-магазинами, не совсем понятно. Переход на карту МИР связан с новым федеральным законом. Согласно ему, социальные пособия с 1 октября будут перечислять только на карту национальной платежной системы. Если раньше деньги приходили вам на визу или мастер-карт, то теперь после очередного платежа они не придут, а банк предложит в течение 10 дней оформить карту МИР. У тех людей, у которых нет карты МИР, то есть они могут просто обратиться в свой банк и ее оформить, соответственно, новые выплатные реквизиты, представить в управление соцзащиты по месту жительства. Причем можно сделать это даже без личного обращения, зайдя на сайт госуслуг, есть специальный сервис, возможность передать такие, скажем так, актуальные выплатные реквизиты в дистанционном режиме. В случае, если в течение этого срока человек не обратится, ну, банк действительно должен будет вернуть эти средства, ну, плательщику, то есть это нашему краевому учреждению управления соцзащиты. То есть человек все равно должен будет потом, ну, со своим банком урегулировать, ну, то есть, скажем так, ситуацию именно по карте МИР, представить эти данные нам в управление соцзащиты, и, конечно, мы потом, безусловно, эти деньги снова перечислим. То есть они никуда в любом случае не пропадут. В Минсоцполитике добавили, что для красноярцев, которые получают пособие на сберкнижку или на почте, ничего не изменится. В соцсетях же массовый перевод обернулся недовольством. Люди не понимают, чем была плоха старая система и зачем такая спешка. Однако эксперты напоминают, что еще до 2014 года Россия начала создавать пути обхода международных платежных систем, а санкции только ускорили их разработку. Это нельзя сделать за один день. То есть на самом деле то, что было сделано, это уникальный проект. Нигде, насколько я знаю, в мире с такой скоростью, таких масштабов системы не запускались. Поэтому, ну вот когда возникла необходимость, тогда сделали, как обычно у нас это бывает. Отношение к этому проекту и к карте МИР в обществе пока неоднозначно. Некоторые считают, что такая система позволит государству усилить финансовый контроль над людьми. Эксперты говорят, что в какой-то степени это так, и внедрение карты МИР – политическое решение, связанное в том числе с санкциями. В СМИ еще давно появлялись публикации о возможной блокировке в России международных систем визы и мастер-карт. Выходит, что у государства действительно были свои причины для внедрения такой системы. Дмитрий Шхудин, Александр Карпов, новости ТВК.